Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Чужой Хищник. Ну, там не только один игрок. Один игрок эпизод. А это что такое? Ага, это вот. Вот оно меняется. Выживание, один игрок. Да нет. Давайте эпизоды десантника. Выбор эпизода. Новая игра, конечно. Средний сойдет за человека будем. Смотрите, как тут идет все. Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Классно. И хищники охраняют. Что там? Звездные врата. Господи, это бункер еще. Ладно. Мы новый мир построим. Внимательно следите за датчиком движения. Стрелка указывает в направлении вашей цели. Не забывайте, что прицелы снайперской винтовки и пулемета могут чего-то там... Иду к указанной цели. Связи больше не было? Не было. Считайте пока, что это военная вызова. Вас понял, Марлоу. Мы... Что за черт? Неизвестный корабль. Черт, откуда они взялись? Марлоу, вы слышите? Черт. Большой. Вот и все. Один выстрел. Эвакуация к спасательным капсулам. Марлоу. Прием, Марлоу. Вот так, вот один выстрел и нахрен. Марлоу взорван. От человека ничего не осталось. Идет взрывная волна. Приготовиться к удару. Ты понял, курсант? Пристегнулся. В чем дело, курсант? Тебя что, этому не учили? Взрывная волна в космосе. Текила, стряхни парня, он в отключке. Курсант, ты живой? Встать, рядовой! Давай, поднимайся! Так, внимание! Предположительно, имеет место нашествие ксеноморфов. Так что, готовьтесь! Твари этих бить только на расстоянии! Не только кислота превратит вас в шкварки! Да уж, забросило так забросило. Ну все, бойцы! Начинаем операцию. Посмотрим, что тут творится. Есть контакт! Движение прямо над нами. Контакт. Ну, ничего не понятно, конечно, пока. Ну, замес идет. Все? Курсант, ты меня слышишь? Это ты? Слышу, слышу. Я думала, мы тебя потеряли. Не торопись. Осмотрись, не спеши.
ты здорово ударился головой. Используй аптечку, полегчает. Так, персонаж, чтобы использовать, нажмите. А что, ничего не идет? Ага, вот так. Мы уходили слишком быстро. Тебя пришлось оставить. С другой стороны, ты избежал хорошей драки. Для перемещения, так. Вся колония обесточена. Включи фонарик. Станет темно, запали хис. Ладно, боец, тебе надо выбираться отсюда, пройдешь через подвал. Я передам тебе координаты цели. Данные маршрута обновлены. Так. Мне надо идти туда, куда стрелка показывает. Подожди, я там-то еще не был. Подожди, а присесть-то как? Нет, прыжок-то главное есть, а мне он приседает? Так. Последняя, так, продолжительность настройка. Управление. Настройка управления. Прыжок, действие вперед-назад, шаг влево, огонь. Так, аптечка рукопашная. Перезарядка. Нет, не приседает, смотрите-ка. Блок. Я так понимаю. Пойдем. Наших в твоем районе нет, поэтому стреляй во все, что движется. Ага, у меня нет ничего пока. Внимание! Иду на помощь к Ванзанту на завод. Включаю рацию. Иди. До связи. Так, пока вроде нормально. Это нам, нас не пугает. По датчикам у нас все тихо, спокойно. Ага, мне туда надо. Так, что мы имеем? Это пока ничего такого не вижу. Ладно, съели. Приятного аппетита. Удерживаем Е. А из груди-то, смотрите, вырвалось. Что-то мы включаем, да?
фонарь. Ой, не думаю я, что все так просто здесь. Смотрим, что у нас здесь. И хрен откроешь. А почему он в сторону уходит от него? Данные маршрута обновлены, проникнут в центр. Так, где у нас центр? Вот этот центр, да? Блин, такой кореш даже прыгнуть не может. Ладно. Где-то какая-то железяка скрипит. Так, не предусмотрено, так бы все бы залазили. Ой, как неохота туда идти. Все закрыто, перекрыто. Ой-ой-ой. Понятненько. Так. Что мы тут имеем? Что-то не понял. Так, мне наверх? Мне наверх. Прием, курсант. Напугала в твою мать. Хорошо. Отлично, курсант. Теперь перезагрузи систему с помощью рубильника. Линейная игра. Найди рубильник, с его помощью отключи систему. Давай. Хорошо, погоди минуту, а потом уж включай. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь можешь снова включать систему. Давай, покажися. Проклятие! Что случилось? Вижу движение. Проверь границы. Уходи оттуда. Найди остальных. Найди остальных.
А как задача-то посмотреть? Живо, курсант! Оно еще рядом! Твою мать! Давай, выпрыгнешь? Ну вот он. Подожди, я же сохранила настройки управления. Перевожу пар в трубы в коридоре. Видимо, пар они не любят. Через другую убедись, что он мертв, потом уходи. Черт! Вот так, подожди. Не забывай, на всякий случай у тебя есть аптечка. Так. Черт, я заперта. На улице, да? Ползает. По окошку проползешь? Ладно. Спокойненько. Мясо. Так, вы можете прослушать наш автоп. Жаль, что пришлось бросить курсанта. Он, конечно, сосунок еще, но у него сердце настоящего солдата. Может, протянет как-нибудь? Конец связи. Вот тебе и раз. Так вот пока обойти. Утащили и схарчили. Кровище-то, кровище. То, что уничтожило Марлоу, явно заодно с этими тварями. Ты пропустил такую драку, тут повсюду кишат ксеноморфы. Ксеноморфы, что назвали-то их как-то? Вот в таких вот закуточках в основном бывает что-нибудь. Твою мать, вот. И ведь не залезть ни в чё толком-то. Подожди, а ты как бежал-то только что? А, вот. Точно. Так. Он их съест. Thank you.
Ну. Давай мне свое оружие. Франко. Черт. Теперь дело за тобой, курсант. Иди в диспетчерскую. Живо. Мы крепко влипли, курсант. Сохраняй спокойствие. Опять заниматься охраной. Почему я вечно разгребаю всякую дрянь? Чертова текила. Со мной обращается как с дерьмом. А с этого желторотика только что пылинки не сдувает. Я так скажу. Это все лишняя трата времени. Новичок, считай, что труп. Ну, вот тебе доброжелатель. Так, ладно. Нам ничего в магазин, если у меня бесконечные патроны. Говорит, что я свихнулся. Так я узнал, что она тоже одна из них. Идиот. Курсант, я все еще заперта в диспетчерской. Так, мне тебе что, открыть тебя? Заперта, заперта. Сиди, пока сидится. Мне тут подсобрать надо кое-что. А то потом могу не взять уже. Так, аптечки все, жизни у меня нормально. Ну что ты там возишься? Наше дело сейчас висит на волоске. Зато в случае успеха риск окупится сторицей. Если Вейланд Ютани сможет освоить технологии охотников, мы станем монополистами. Каждая колония, каждый корабль, каждая единица оружия будут произведены мной и проданы мной. Ну ты какой тщеславный. Так, ну-ка, тихо там. Тихо, я сказал. Или я тихо сказал? Мне туда надо идти. Ага. Комплект аптечек у меня полный. Да без проблем. Только подожди, подожди, не спеши. Моя жена, Дженни. Ей в лицо вцепилась одна из тварей. Я пытался ее снять, но не сумел. Тогда я взялся за нож. Эта тварь просто прожгла Дженни насквозь. Ничего не осталось. Да... Здесь что у нас? Ничего. Выдвигайся по готовности. Эти твари так и кишат. Похоже, лезут из насосной комнаты. Значит, там есть ход снаружи. О, черт! Значит, там есть ход снаружи. Так. Где?
где-то что-то, что-то как-то. А тут нет. Поторопись, курсант. Я не хочу торчать тут весь день. Подождешь. Господи, ты еще и запыхиваться умеешь. Глядя на этих существ, понимаешь, что мы даже близко не представляем, что такое жестокость. Жалость, милосердие, так называемый гуманизм подрезают крылья человечеству. Ксеноморфам неведома подобная слабость. Им вообще ничего не ведомо такое. Все-таки они там где-то есть. Я заперта в соседней комнате, возле двери аварийный генератор. Поставим. Молодец, курсант. Теперь мы квиты. Как твоя голова? Заходи, бери импульсную винтовку. Подожди. Анабиоз наступает недостаточно быстро. Мне отчаянно хочется, чтобы недели путешествия, отделяющие нас от колонии Фрея, уже прошли. Кажется, там перед нами откроются великолепные возможности. Может быть, может быть. Так. Пойдем за винтовкой. Не понимаю, чего хочет добиться Вейланд Ютани. Это настоящий питомник ксеноморфов. Нечего удивляться появлению этих тварей. И я даже думать не хочу о тварях, которые выскочили из ниоткуда и уничтожили Марлу. В общем, отсюда я вроде бы могу управлять некоторыми системами колонии. Отлично, есть энергия. Повторите. Это Конор. Мой отряд сейчас в клубе. Тут есть электричество, освещение, вентиляция. В общем, все, кроме выдержки. Стоп, засекла движение. Черт, похоже, мы разбудили соседей. Так хрен ли эту музыку себе включили? Тут что-то очень странное. Конор, могу отправить к вам одного бойца. Он малость неуклюжий, но ксеноморфов бьет хорошо. Отправляйся в клуб и обеспечим огневую поддержку. Я должна остаться здесь и наладить работу сторожевых орудий. Задаем жару. Твою мать. Так. Главное. Да.
Так, давай, кислота. Ты нужен в клубе. Да я понял уже, подожди. Блин, а мне что, на улицу тащиться получается? Хватит бездельничать, иди. Следуй за указателем цели. Он приведет тебя к остальным. Господин. Если я не идиот, и я-то не виноват в этом. Иди, помоги. Не получается, да? Что здесь тогда было бы? У меня только ты, иди ты нахрен. Живо нахрен. Так. Добраться до входа в клуб можно на лифте. Пошел. Ну, хотя бы, ладно, ответила мне на вопрос. Я здесь поднимался. Вот чем-то напоминает этот, блин. Не напрашивайся на выговор, курсант. Как он называлась-то игра? С топором-то мужик бегал. Тоже хрен пойми. Так. Подожди, не спеши. Все. Надеюсь, один вход. Что-то я вот не помню вот эту миссию, честно скажу. Я потеряла с ними связь. Коннор, ты слышишь меня? Мой человек на подходе. Слышишь, музыка смолкла. Они где-то рядом. Поднимись выше. Ух ты. Хищник. Это гранаты были, да? Подождите. Так еще развесил вокруг. Охренеть, я шкуру содрался. Да, детка. Я музыку-то убрал. Ну, тут по звук какой-нибудь должен быть, музыка соответствующая. А ты ко мне всегда так полубоком будешь? Зрителям-то не видно. Вот так, вот так. Иди к лифту. Ты должен присоединиться к нам. Да вы мать, ну повернись скорее ко мне. Рожа-то у тебя есть? Ладно, хрен с тобой. Я здесь хочу кое-что найти. Но, как понимаю, этого, наверное, здесь нет. Эти записи-то. А, нет. Первое впечатление – мы все в дерьме. Второе впечатление, мы в дерьме по уши. Никто представления не имеет, что делать, мать их, так их. А офицеров, говорят, перебили, хотя это не так плохо. Что плохо-то? Да. Ну, радоваться-то. Учитывая, что он, кажется, человек должен. На счету быть.
Ну ладно, посмотрели, все. Поехали. Что это такое? Какое-то гнездо? Это что, новый вид ксеноморфов? Это рядовой Гибсон. Я иду навстречу курсанту. Нам пришлось отступить. Там была настоящая бойня. Я поднимаюсь на лифте. Я не мог поступить иначе. Эти твари добрались бы и до меня, если б я не... Я слышал, как мои друзья колотят в дверь. Дверь закрыла, так и думал. Крики, когда эти твари начали... рвать их. Я не мог иначе. Я не хотел умирать. Ну, человек по чаянию, тоже понять можно. Осторожно, не пали без разбора. К тебе окей. Идет рядовой Гибсон. Уже почти. Держись. Гибсон? Черт! Ксеноморф повредил какие-то провода. Черт! Лифты сломаны! Попробуй что-нибудь с этим сделать! Вижу движение. Несколько объектов. Где ты? Держись, курсант! Да твою мать! Где-то тут. Так, пока все нормально. На. Вот так. Кто-то где-то еще? Вон там он. Вот так. Я взломала систему. Заходи в лифт, я вытащу тебя. Да подожди ты. Тащу нахрен. Ну да. Хорошо, что у меня гранаты хоть появились. Ни хрена, да? Нет у меня больше боеприпасов таких. Вытаскивай. Текила, это ответ Эхо. Мы потеряли связь с Гибсоном. Отряд Эхо, Гибсон убит. Отправляю к вам курсанта. Вы с ним побережней. Ему не сладко пришлось. Не беспокойся, Текила. Примем как родного брата. Знаю, сколько нас осталось. Эти твари повсюду. Похоже, хотят взять нас живыми. Не знаю зачем. У нас нет оружия. Мы не знаем, что происходит. Но кто-нибудь придет за нами. Должен прийти. Должен. Вот хищник или чужой придет за вами. Раз должен прийти. Ну что, железные сапоги? Что он так колотит? Давай. Добро пожаловать в основной лагерь, курсант.
Ну что, прошел через хорошую заварушку, приятель? А что у вас тут мрачно так? Вот это мне не нравится, тут ток. Мы блокируем этот коридор, иди наверх. Записей никаких нету. Держись, парень. Жить будешь. Бегом, курсант. Мы нужны наверху. Нужны, идите. А у меня все по порядочку. Так. Вот так. Демоны явились, дабы очистить нас от скверны. Моя жена и дети были нечистые. Вот почему демоны забрали их. Меня пощадили. Во мне зреет новая жизнь. Вскоре мне предстоит возродиться. Что за дебил? Мамочки. Так как же так рехнуться-то надо? Я так понимаю, куда мне надо? Есть движение. Строим фейерверк! Почему они просто убегают? Оценивают нашу защиту, рядовой. Какого? Что случилось со светом? Они отключили. Сразу несколько сигналов. Орудие перегревается. Они уже у гермостворки. Курсант, спускайся вниз. Блин, вам не угодишь. Они лезут прямо из стены. Первое орудие вышло из строя. Найди управляющий ноутбук и включи орудие. Вот и все. Вот и все. Мы справились. Давай. А где ты, тварь? Не снижаем бдительности. Вот так вот. Курсант, скорей наверх. Ну его мать, ты как, не запарили? Его сожрали? Или вы убежали? Ну, черт. Похоже, мы остались одни. Десант, не расслабляемся. Слышали? Где ты, тварь? Вы слышали? Да я слышал. Десант, не расслабляемся. Тебе что надо, чтоб я к тебе подошел? Он под нами. Или над нами. Вот что он. Там было? Вот он. Не снижаем бдительности.
Твою мать, ну-ка, давай-ка. Хила, курсант, как слышишь меня? Без паники, к вам направляется отряд Чарли. Где? Пусть они поторопятся, капрал. Вы слышите? О, черт! Давай. Что-то я не понял, ты что, загасил ее? Так, задание. Исследовать ксеноморфов не выполнено, но пока еще по порядку идем. Блин, вы умерли. Ладно. Слышали? Джексон? Нолан? Черт. Похоже, мы остались одни. Всем отбой. Господи, это Текила, курсант, как слышишь меня? Без паники, к вам направляется отряд Чарли. Пусть они поторопятся, капрал. О, черт! В атаку! Давай, вали его. Его огонь по цели. Меняю магазин. Исчез в темноте. Вы слышали? Так. Не снижаем бдительности. Куда ты к нему-то идешь? Хрен пойми там. Вон оно. Не могу поверить, что нам удалось выжить. Отряд Чарли уже в пути. Им может быть нужна помощь. Иди к баррикаде. Идем. Минутку. Такое чувство, что он снизу ползет. Дверь закрывается. Какая чертова крыса приказала нам отступать в тупик? Эй, я попробую пролезть. Перелезай, живо! Вон он. Неплохо так. Что, куда? Thank you.
Давай, ты-то со мной пойди. Вперед по туннелю, все лифты слева. Лифт уже едет, оставайся на месте. Тихо. Фу. Это Текила. Внимание, начинаем тактическое отступление. Всем к точке эвакуации. Надо как можно скорее убираться. Я что-то понять не могу, а ты-то что, не ушла? Колонии, курсант. Иди по канализации назад к ангару. Живо, солдат, из себя смоешь на корабле. Ну, на корабле. Гуляет. Что мы имеем? В толк не возьму, почему мы должны лезть в самое пекло ради какой-то корпорации. Эту кашу Вейланд Ютани заварила, она пусть и расхлебывает. Мы десантники, а не служба охраны. Тебе платят за это? Вот почему ты там. Так, это что такое? Какой-то кабель непонятный. Так тут ничего такого нету. Бежал так. Сегодня был срочный разговор с мистером Вейландом. Я должен собрать свою команду и немедленно отправиться на БЖ-386. Говорит, там нам предстоит открытие, которое двинет науку вперед на десятки лет. На сотни. Если не на тысячи. Уничтожаю пока. У тебя гости, беги. Скорее. Опять они. Давай, бегу, бегу, бегу. Да бегу я! Что-то я не понял. Ха!
Охренеть. Тихо, тихо, не-не-не. Потерял. Ладно. Что тут есть? Сейчас все тихо. Крики затихли. Но я слышу, как они движутся. Как поднимаются снизу. Там внизу есть еще что-то. Что-то большое. Понятненько все с тобой. Так. Мне оружие не дадут, да? Ну это, кстати, по сюжету меня утащили. Пока тут еще ничего нету. Так и знал, что убежит. А мне оружие с него достанется? Как ты его так терзал? Тень только была тут. Ладно. Сюда, сюда. Блин, ничего нету. Давай, 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 давай. Так вот. Выкуси. Быстро бегаешь, что-то падал. Да, десантник-то нет силы, если чужому порогам дает, то что это свинец расплавленный его не берет. Ни огонь, ни хрена. А тут порогам на ему. Так, мне туда. Понятненько. Так, подожди, мы перед тем, как туда, мы сначала здесь. Как она говорит, как улыбается. Сегодня утром я заговорил с ней в столовой и не понял, почему надо мной смеются. Эти штуки стали выглядеть совершенно как живые. Какие штуки? Блин, машину завести, да на машине проехаться нахрен. Всяко безопаснее. Курсант, ты? Черт! Тебя небось ангелы хранят или еще что? Иду по следу. Ты рядом с заводом? Дверь заперта. Майор Ван Зант был здесь до того, как с ним прервалась связь. Мне нужно восстановить связь с майором. Иди на крышу. Если ты сумеешь повернуть антенну, я попробую подключиться к центральной сети. Глядишь, получится связаться с Ван Зантом и другими. Давай-ка сначала здесь посмотрю, что есть. Вот так вот. Сегодня Карл показал мне руины. Они древнее человеческой цивилизации.
Выбросы нейтрино и бозонов свидетельствуют о том, что аппаратура все еще работает. Работает уже много тысяч лет. Тебе надо проникнуть в здание. Не вижу рабочих источников энергии. Так, тут-то, вот я как понимаю, в обстрел должен быть, когда нападать будут. Сейсморазведка позволила обнаружить центральную пирамиду, уходящую вглубь руин. Завтра мы планируем проникнуть внутрь. Угу. Думаю, тебе нужно будет найти резервный генератор. Знаешь, что это? Кто-то стонет, что ли? Так. То ли трубы, да? То ли кто-то разговаривает. Так, ладно. Почти все двери заблокированы, но должен быть способ проникнуть внутрь. Должен быть. Вот мы его сейчас и найдем. И проникнем. Глубоко, глубоко. На 18-20 сантиметров. Давай. Вот, ты чего? Надо убираться отсюда, как угодно. Или это в игре у меня? Планета, да, смотрите. Там росчерки какие-то. Что-то летает. Дымит завод. Господи, как дымит. Колония обречена. Как только придет подкрепление, взорвем чертову планету прямо с орбиты. Так. Тут нету ни хрена, да? Ну, истории-то печальные, да, вот, которые собираем-то некоторые. Опа. Не стесняйся подбирать оружие. Если оно валяется, значит, оно не чье. Да я вообще не собирался даже выпускать. Даже если оно было бы чье-то, я бы забрал. Какие тут могут быть стеснения? Ты чё? Теряю сигнал. Ты там поосторожнее. Так. Найди энергоячейку, запусти лифт. Понятно. Пойдем. Ага, само. Так, это все раскрыто? Энергия есть, но телеметрия не работает. Тебе нужно подняться на крышу. Подняться на крышу.
Да, оставайся там. Ну, маленькая хрень, блин, такая опасная. Так, давай, давай. Так, мне тут ничего на посту охраны делать не надо. Встретил меня на посадочной площадке, он был явно взволнован. Исследовательский корпус поражает, но гораздо больше меня поразил взгляд Вейланда. Он весь поглощен какой-то идеей. Никогда еще я не видел его настолько оживленным. Так, ладно. Сюда. Наверх, блин, близко. И ведь нахрапом не возьмешь, не пробежишь. Минутку, тут хищник был. И он туда ушел. Его размотало. Такие звуки, пипец. Ладно, пока хищников не встретили. Своей тени боюсь уже. Вот так. Оп. Я с вами, гадами, разделаюсь. Хотя я не знаю, могу я пробежать мимо него. Вот и все, наверное.
несмотря на ее упорное сопротивление, я продолжаю ей восхищаться. Трижды она бросала им вызов. Трижды ее невероятная сила разрушала все, чего мы добились. Если бы она только знала, какой блистательной идеей пытается противостоять. Дурачки вы, дураки. Блистательная идея. Один выстрел, один труп. Так. А мне в эту дуру надо или куда? А, ну можно было. Сейчас, минутку. Все. Не буду искушать судьбу. Куда? Через мостик. Никаких признаков Ван Санта. Продолжаю сканирование. Кстати, дверки поди открылись, да, какие-нибудь? Твою мать, а я прыгнул туда, упал. Уверен, что-то тут открылось, а можно походить, побродить. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!